Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Funny Games, и мы продолжаем играть в Гренни. Так, ребяточки, ну что ж, баг мы с вами только что, собственно, и поймали. Правда, я не успел это заснять, но вы и сами знаете, как этот баг делается. Когда бабуля входит, нужно много раз нажимать на кнопку «Залезть под кровать», и тогда у нас получится вот такой вот баг. Бабуля будет, собственно, идти на одном месте, и она просто-напросто ослепнет. Видите, мы сколько раз «Бабуля, я здесь, обернись, обернись», видите? Бабуля просто-напросто с седыми волосами, она уже нас просто-напросто не видит. Посмотрите, ребятчики, какая она на самом деле страшная. Глаза налиты кровью, посмотрите, она реально людоед. Так, это она меня тут пыталась, ребятчики, держать, чтобы съесть, потому что в подвале она ест людей. Так, ну что ж, ребят, давайте, наверное, начнем с этой тумбочки. Потихонечку начнем проверять, что здесь. Так, там что-то бабуля оставила, какие-то надписи кровью. Так, тут тоже ничего нету. Так, ну что ж, в принципе, ребятчики, погнали. Пошли отсюда, будем исследовать локацию. Так, что это? Эта картина у нас просто упала без ничего. Бабуля, естественно, не может идти никуда, она зависла на месте. Так, тут тоже ничего нету. Так, ну что ж, собственно, пошли. Давайте бабушку здесь закроем, пускай уже здесь и остается, собственно. Так, ребят, давайте, наверное, пойдем сюда. Вот здесь мы сейчас с вами... А, мы с вами были в прошлый раз. А, ванная, да-да, мы с вами были здесь. Так, здесь можно прятаться, я так понял. Так, а здесь что? Так, здесь пока ничего. Так, и идем, собственно, сюда. Что-то я могу взять. Это какой-то... кусок картины, ребята, наверное. Что-то я взял, какой-то кусок картины. Так, ну что ж, собственно, это туалет, у нас унитаз здесь. Тут что? Тут умывальники, зеркала разбиты. Бабуля, наверное, своей палкой, ребятчики, их разбила. Так, ну что ж, у нас есть части картины. А куда их вставить, я вот не знаю. Давайте, наверное, верхний этаж сначала мы с вами обойдем, а потом уже пойдем на низ. Так, вот это ее спальня, я так понял. Вот тут она, наверное, отдыхала, ребят. Так, тут ничего нету, да? Закрываем. Так, а здесь, рядом. А ну, открываем. Опа. Какая-то шестеренка, ребят. Давайте возьмем. Все. А кусок картины? А куда шестеренку ставить-то? Ладно, ребят. Так, вот у нас, смотрите, что-то тут есть. А как открыть? Это ящики. Вот так вот. Это вход в подвал, что ли? Отсюда. Неплохо. И здесь тоже, наверное. Да, ребячки, посмотрите, сколько здесь всяких секретов. Так, надо придумать, ребят, куда сунуть шестерню. Потому что я в этой игре, я уже вам говорил, что я еще нуб. Ага, сюда надо ключ. Я в этой игре еще нуб, так что буду, ребятки, стараться... Строго не судите меня, пожалуйста, в комментариях, потому что буду стараться проходить с первого раза. Прохождения я никакие не читал. Я только посмотрел, как... Каким образом сделать, собственно, баг. Что это такое? Вешалка какая-то упала. Каким образом сделать, чтобы бабуся наша багнулась и зависла. То есть это я максимум, что я сделал. Так, тут нет ничего. Так, давайте идем, идем, идем. Так, здесь у нас картина тоже какая-то. Нет, сюда точно это не нужно вставлять. Так, вон еще что-то наверху, ребят, видите? Моргает. Я только не знаю, как туда залезть. Может, надо что-то бросить туда? Наверное, надо что-то бросить туда. Так, ребятки, а куда же вставить шестеренку? Давайте пока верхний этаж пойдем. Наверное, отсюда сразу в подвал. Так, тут у нас нельзя отодвинуть эту штуку, нет? Так, нет, тут ничего нельзя. Пойдемте сразу, наверное, в подвал, ребят. Так, идем, идем, идем там. Я надеюсь, наша бабуля, ребят, не проснется, не придет сюда. Так, ребят, мы присели и залезли сюда. А, это... Это просто место от бабули, наверное, прятаться, ребят. Я понял. Давайте вылезем отсюда. Потому что нам здесь, в принципе, делать нечего-то. Музыка, конечно же, страшная. Так, давайте вот так вот, вот сюда спустимся. Что у нас здесь? Какая-то свечка здесь у нас. Так, здесь еще есть вход. И вот двери какие-то. Давайте их откроем. А это как, что это такое? Какой-то кусок мяса висит, ребят. Бабуля уже
Заколола свинью. Это, наверное, комната. Комната для резки. О, плоскогубчики. А, я тогда потеряю шестерню. Без плоскогубцев, ребят. Так, давайте, короче, положим плоскогубцы здесь. Будем знать, что они здесь лежат. И возьмем шестерню. Шестерню я первый нашел, так что давайте пока что возьмем шестеренку. И пойдем вот сюда вот. Что это? Ну, тут, наверное, отвертка нужна, видите? Да, тут нужна отвертка, чтобы открутить что-то там. Так. Ну что ж, полезли сюда, ребятки. Так, давай, приседай. Ползем, ребята. И куда же мы приползем, скажите мне? Ага, ребят, все, приползли мы в подвал. В прошлой части нас бабуся сюда выбрасывала, чтобы... В прошлый раз нас бабуля сюда выбрасывала, чтобы съесть здесь, собственно. Вот она тут и питается разными. Короче, ребят, много чего здесь на самом деле. Реально, очень много. Мне самое главное, нужно приткнуть шестерню куда-то. Так, ну тут, в принципе, все понятно. У нас даже есть, ребятчики, этот... Сейф. И к сейфу тоже нужен ключ. Так, оттуда вам и пришли, ребят. Вот в эту дырочку давайте полезем сейчас. Сейчас исследуем локацию и уже придумаем, что куда совать. Так, что это такое? Это, ребятки, записка. Ну, по записке. Ни черта мне непонятно, что в этой записке пишется. Давайте пойдем сюда. Ого, ребят, далеко мы с вами заползли, посмотрите. Что это за место такое, а? Я здесь хоть не провалюсь, нет? Так, ну что ж, ребятки, мы с вами открыли какую-то тайную комнату. О, здесь еще шестерня у нас. Ага, я понял. Теперь у нас две шестерни лишние, да? То как лишние? Не лишние, а есть они у нас, только мы не знаем, куда их деть, да? Хорошо, ребята. Так, идем дальше. Давайте, наверное... Ого. Ага, нам надо что-то перерубить, ребята. Надо что-то искать, чтобы что-то перерубить. Так, это мы залезли от бабуси. Ну, бабуся у нас. Так, сюда тоже нужен ключ. Так, ребят, а где же взять? Что мне нужно разрубить? Какую-то голову или фрукт кому-то. Так, это что? А, шестерня, наверное, сюда, ребята. Только не эта шестерня, а другая. Вот это. Но я точно не знаю. Сейчас посмотрим. Берем эту шестереночку. И... крепим ее, ребята, сюда. Нет? Так, нет. И куда же их, эти шестереночки, ложить, а? Ну что ж, в принципе, пошли, ребят. Двери закрыты. Хм, странно. А через окно нельзя залезть? О, отлично, ребята, мы влезли через окно. Так, ну что ж, неплохо. Мы попали через окно на первый этаж этого дома, я так понимаю. Так, тут абсолютно ничего нет интересного. Какая-то картина, такие страшные глаза, ребят. Так. Так, у нас есть молоток. Но давайте сначала придумаем, что же делать с шестеренками, ребят. Так, это тут бабуля, наверное, смотрит телевизор. Так, давайте откроем вот этот ящик.
Тут ничего нету, и тут тоже ничего нету. Тут пусто. И кусок картины куда-то еще надо деть. Так, ребят, что у нас есть? У нас есть двери, которые нужно потом открыть. Ага, нам нужно плоскогубцы перерезать провода. Все, теперь я понял. Перерезать сигнализацию. И нам нужно не только это. Что у нас там наверху еще? Вон у нас что-то наверху, ребята. Так, давайте на кухню, пошарим на кухне здесь. О, ключ, ребят. От чего только, я не знаю. Так, микроволновочка. Ой, сгорела, извините, бабушка. Так, тут тоже ничего нету. Эй, подбери ключ. Потерял ключ, ребят. Так, ну что ж, в принципе, все локации мы уже с вами исследовали. О, еще кусок картины, ребят. Еще кусок картины у нас. Но я не знаю, куда ее складывать-то. Ну, будем знать, что здесь... Давайте выкинем ее вот здесь. Вот. Будем знать, что здесь кусок картины валяется. Так, а где ключ-то? Так, ребятчики, 5 дней. Вот написано... О, ключ, вот мы выбросили. Так, подбираем ключ. Давай, бери ключик, отличненько. Так, а тут закрыто, может это ключ от этой двери? Сейчас попробуем. А, нет, это эта дверь в гараж идет, все, я понял. Так, идем назад, и вставляем ключ в дверь. Нет, ребяточки, не этот ключ. Говорит мне, что ключ не подходит. Хорошо. Раз ключ не подходит, ребята. Все, я понял, куда этот ключ вставляется. Идем, несем его. Так, тут можно еще спрятаться. А, вот еще чулан, смотрите. Мы еще здесь в чулане не были. А что тут? Пусто. Это просто такой чуланчик, ребяточки, метр на метр. Тут делать абсолютно ничего, нечего. Так что давайте пойдем вперед. Мне самое главное, где картина? А, вот, или нет? Что это за картины? Мне часть картины собрать надо. Куда она вставляется, мне просто интересно. Странно. Так, ну ничего. Так, давайте посмотрим, как наша бабуся себя там чувствует. А чувствует она себя, ребячки, там замечательно просто. Давайте закроем дверь и пускай отдыхает. Так. И, собственно, погнали сюда. А вот еще часть картины, ребят. Так. Там, это, я так понял, ее, наверное, нужно собрать. Картина это эту бабушку. Слепить надо мертвую. Так. Ну что ж, продолжаем нашу игру, ребят. А, вот ключ. Можно вставить. Давай. Да, ребячки, как я и говорил, собственно. И что мы подбираем? Какой-то напильник, ребята. А, ребята. Шприцами будет стрелять. Это такая... Это в бабулю мы можем стрельнуть. А ну пошли, стрельнем в нее разок. Сейчас посмотрим, умрет она или нет. Надо было поворачивать раньше, но ничего. Так, давай, иди быстрее к бабушке. А, мы можем, наверное, вот, стрельнуть. Ай, мимо, надо было выше. Надо идти брать второй патрон. Почему я сразу не могу брать много патронов? Все, я понял, с этой штукой мы собьем вот эту штуку со стены, ребят. С помощью шприцов этих. Если бы я еще умел быстрее бегать, а то хожу как непонятно кто. Так, давайте подберем, зарядим шприц наш. Все, отличненько, ребятчики, заряд готов. Самое главное, не промахнуться. Так. Идем. А, в принципе, шприц и тот можно было взять. Че, я пошел назад-то? Странно, ну ладно. Опять мимо. Да что ж такое? Так, заряжаем наш ствол.
Опа, отлично. И что это тут упало у нас? Отвертка, ребята. Все, отлично, берем отвертку. Берем отверточку. Все, теперь с помощью отвертки. Теперь с помощью отвертки, ребят, мы должны с вами открутить вот эту вот штучку. Сейчас я вам покажу. Так, идем. Так, отлично. Так, проходим здесь мимо. Здесь спускаемся вниз. Так, берем нашу отвертку. Что у нас здесь? И вот здесь вот у нас есть такая штука, ребята, которую нужно открутить отверткой, видите? Так, наклоняемся и, собственно, давайте открутим. И вторую тоже. Все, и здесь у нас, ребятчики, появился ключ. Берем этот ключ. Правда, я не знаю, куда его теперь вставить. Ну, собственно, будем пробовать. Так, идем опять в подвал. Наверное, собачью будку нужно открыть с помощью него, но я не уверен. А может и сейф. Так, встаем, идем к сейфу. Нет, ключ этот не от сейфа. Ключ этот от чего-то другого. Так, ползем здесь. Так, ползем здесь в конец. И теперь у нас в гараже, и это в гараж, мы сейчас ползем, ребят. Там в гараже есть собачья будка, которая закрыта на замок. Я думаю, с помощью этого ключа мы ее и откроем. Так. Ну, собственно, вот мы и пришли, ребята. Так, что здесь? А, на столе мы шестеренку брали, да, ага. Все, понял. Вот, видите? Отличненько. Все, в натуре, в действительности, так и есть. Так, что у нас здесь? Ага, все, ребята, двух шестеренок здесь не хватает. Все, теперь я понял. А ключ, смотрите, я-то не выбросил. С помощью ключа я, наверное, могу еще что-то открыть. Так, где мои шестеренки? Так, вот одна шестереночка. И вторая на кухне у нас лежит. Сейчас мы вернемся туда, заберем ее. Так, ложим одну шестереночку в будку. Так, и вторую тоже. Так, давайте ключик вот этот заберем. Может, он что-то еще нам откроет. Ну, странно, для чего же вот эта штука рубить? Ну, ладно, потом посмотрим, что мы сможем найти, чтобы с помощью него что-то перебрать. Так, давайте перелезем на кухню с гаража. Все, ребяточки, в общем, мы с вами залезли в дом. Опять. А с помощью этого ключа мы не откроем здесь? Нет, эти двери, ребятчики, заперты на какой-то ключ. Может, он у бабушки вообще в кармане? Нужно посмотреть и узнать. Нет, этот ключ, ребяточки, нам не годится для этого. Так, идем, берем шестерню. Вот наша шестеренка. А, у нас еще плоскогубцы наверху. Нужно не забывать. Все. Плоскогубцы мы обязательно возьмем, ребята. Так, давайте перелезаем назад в гараж. Так, все, вот мы опять в гараже. Давайте залезаем в эту будку и наклоняемся и вставляем сюда шестереночку. Все. Берем ключик. Правда, я не знаю, от чего это ключ. Все, ребятчики, мы с вами получили новый ключ. Может, это от какой-то двери? Пока еще не понимаю я. Так, а может это и от двери от выхода, ребяточки. Может, я уже прошел игру? Так, давайте, ребят, нам надо понимать, что нам нужно, ребяточки, убежать с этого дома, потому что эта бабуля-людоед, реально она съедает людей. И это арбалет этот. Так, ну что?
I cannot open the door yet. Так, ребяточки, давайте ключ пока выкинем, пока... А, вот. Нет, ребяточки, это не отсюда ключ. Хм. А что же мне не нужно открыть? Странно. У нас там был молоток, ребята. Давайте ключ пока бросим. Давайте ключ пока бросим. Вот здесь вот пускай валяется. Так, у нас там был с вами молоток. Тут что в ванной? Тут ничего не появилось у нас. Там здесь ничего нету. Абсолютно ничего. Так. Давайте пойдем заберем молоток. И плоскогубцы. Или плоскогубцы, или молоток возьмем для начала. Так, что у нас там? Это у нас просто такая... Там прятаться можно, да? Хорошо. Пошли сюда. А, вот. Еще что-то у нас есть. А, это этот ключ, которым мы открыли эту дверь. Он уже нам не пригодится. Так. Где-то тут были плоскогубцы. Да, все отличненько. Берем плоскогубцы. Так, а молоток где? Чтобы я знал, где молоток. Ребяточки, в следующий раз давайте спустимся, наверное. Так, здесь отвертка были и ключи. А молоток, наверное, там дальше, да? Ладно. Давайте просмотрим, где молоток, и обойдем еще раз. А, это ключ от сейфа я, наверное, достал, ребята. Все, я понял. Я думаю, что я еще не открыл. Все, давайте... Для чего нам надо плоскогубцы? Все, мы перерезали все, что нужно. Так, давайте. А ключ где? Красный. Красный ключ, это, наверное, от сейфа ключ. Все, отлично. Пошли теперь сюда. Я реально не знаю, как без бага, кто проходил эту игру, ребят. Реально, это... Какой-то бог, реально очень сложно. Так, ребята, здесь картину нам нужно собрать в подвале. Нет, ребяточки, красный ключ также не подходит для этого. Хм, представляете? Так, ну что ж, давайте будем искать молоток. Так, давайте красный ключ бросим здесь, чтобы мы знали, что все предметы валяются тут. И пойдем, я вам покажу кое-что. Здесь кусок картины возьмем, вот. Вот этот кусок картины. И давайте его, наверное, засунем в эту картину. Нам нужно собрать картину, и тогда что-то тоже должно получиться, наверное, интересное. Так, вставай, давай, что ты сел-то? Так, все, еще три куска, ребята, надо нам. Для картины. Так, ну два я знаю, где лежат. Два куска от картины лежат вот тут вот. А последний я не знаю где. Вот кусок лежит от картины. И вон кусок на стенке. А третий кусок будем искать. Так, ну что ж, спускаемся, ребят, в наш подвал. Посмотрите, сколько у нас уже лежит вот на полу различных штук для того, чтобы открывать двери, ключей и тому подобное. Где-то молоток был, ребята, я уже забыл где. Так, совсем заигрался и забыл, где молоток. Так, раз, два. Все, я так понял, нам нужно собрать эту бабулю из картин, ребята. Так, еще одна картина у нас, кусочек вот здесь вот. Так, давайте заберем его. Так, и вроде бы больше здесь нету, да? Все, это у нас третий кусок. И еще четвертый кусок нам надо для того, чтобы собрать картину полностью. Так, отлично, заходим. Так, все, ребят, еще один кусок остался, чтобы собрать бабусю. Только я не знаю, где его искать, этот кусок-то. Ой, да ладно. В общем, ребят, надо молоток найти мне.
Так, а где же мне найти молоток, а? Молоток где-то у нас был, по-моему, наверху возле плоскогубцев. Где-то я был с молотком уже. Так, ну здесь, если нет молотка, где же он может быть? А, вот он. Ребята, наконец-то. Вот молоток. Все, отлично. Молоток у нас есть. Можно даже вот так вот даже проверять эти картины. Так, ладно. А, вот, ребята, что это? О, все, я нашел, ребяточки, последнюю часть бабуси. Все, мы собрали полностью бабушку, ребят, смотрите. Сейчас я вам покажу. Все, теперь мы знаем, где все. Смотрите. Вот бабушка и готова. Видите, какая она? Все. Мне написало, что мы собрали бабулю, и у нас какие-то бонусы и поощрения будут. Так, ну что ж, неплохо. Так, берем молоток, ребят, и катим, катим, катим. Куда же мы? Катим с этим молотком-то. Вот молотком, наверное, надо разбить вот эти штуки, да. Чтобы свалить отсюда. Ключ надо, ребята. Еще один ключ. А где его искать, я не знаю. Так, пишет мне, что нужно еще, не хватает еще одного ключа. Так, ну хорошо. Умывальники нету. Здесь тоже нигде нету ключа. Тарелки здесь. Так, ну я предлагаю, ребят, пойти на второй этаж и изучить его, потому что, ребятки, внизу я уже все был, в подвалах я был везде. Ключи никакие не подходят, так что давайте, собственно, пойдем на второй этаж, будем второй этаж с вами изучать. Так, ну что ж, вот он у нас, второй этаж. Здесь мы не можем пройти в окно. Нет, здесь в окно мы пройти не можем с вами. Так, мне интересно, вот это я не могу отодвинуть. Опа! А, это я просто могу залезть сюда, да, что-то найти. Так, я думал, а я отодвинуть не могу эту штуку, там нету хода секретного. Нету, наверное, там секретного хода никакого. Так, вот осталось еще здесь у нас. Вот тут вот нету секретного хода, нет никакого. Нет, тут точно нету секретного хода, ребята. И в окно нету, да? Нет, в окно тоже я не залезу. Так, теперь идем с вами, ребят. Так, это бабушкина комната, да? Да, так, вот у нас есть такое местечко, да? И что здесь делать? Что здесь надо делать, я абсолютно не понимаю. Опять мне надо спускаться вниз. Ну что ж, ребят, давайте спускаться будет вниз. Вот мне интересно, вот это местечко. Что здесь реально можно делать? Нет, тут ничего нельзя делать, ребята. Так, здесь мы полазили везде. Здесь мы были. Здесь ключ этот мы открыли. Там все. Так, ну что ж. А нам нету другого выхода. Нам только спускаться и приходится. А, у нас здесь... Ага, здесь вниз ход. А здесь у нас что? А здесь у нас эта тушка, ребята, висит. Ну, с ней мы ничего тоже не сделаем. Нет, ну и в итоге все равно мы, ребяточки, приходим вниз. Приходим вниз. И здесь отвертка. Здесь сейф. К сейфу нужен ключ, какой тоже непонятно. Ну, сейчас будем думать. Так, нет, молотком его точно не сделаешь. Так, здесь что? Здесь пробки, они нам точно не нужны. Или нужны? Все, ребяточки, нам нужны плоскогубцы сюда, наверное.
Давайте бросим молоток и плоскогубцами перережем провода. Так, где пассатижи тут были? Эй, ребят. А куда я выкинул пассатижи? Так. Куда же я с ними ходил, а? Я перерезал провода, и куда я пошел искать молоток? А, вот они. Они зеленые, их мало видно. Красные объекты нормально видно, а зеленые плоховато. Так, ну что ж, я перережу сейчас провода на счетчике. Все. И что мне это даст? Нет, сейф все равно закрыт. Что мне это дало, что я провода перерезал, ребята? Реально. Я даже не понимаю. Ага. Пишет мне бабуля. Пишет мне, что какие-то двери открылись у нас. Какие, я не знаю. Которые были заперты. Давайте проверим. Так, в чулане тут ничего не открылось, нет? Нет, здесь нет. Эти двери закрыты. Хм. А что же открылось-то? Вон что-то упало, ребята, вы видели? Или это был глюк какой-то? Или это мне показалось? Так, ну ладно. Я не знаю, ребятки, что открылось. Реально. А, все. Открылись у нас, ребятчики, вот эти. Все. Теперь я понял. Теперь у нас открылось это. Переполнил, ребятки, что у нас открылось-то. Так. А, еще и пароль, ребята. Еще и код какой-то мы должны ввести. Смотрите. У нас тут замков очень много, ребят. Так, ну что ж, ну. Бери вот этот ключ. Надо еще нам пароль, ребят, найти. А где найти пароль, я не знаю. Ну что ж, будем искать. Выбрасывай ключ этот. И, собственно, пошли. Пошли в гараж, посмотрим, что там. Может, что-то поменялось-то, а? Так, ребята, открыли мы окно, залезли мы опять в гараж. В гараже у нас ничего особенного. А, вот, ребята, мы здесь... А, или здесь мы были уже, да? Так. Это какие-то чертежи вот этой штуки бабуля тут лепила, видите? Так, здесь мы прятались. Здесь тоже. А ручку где найти для этого? Надо что-то с колодца вытащить. Надо найти ручку, ребятчики, для колодца. Ну что ж, погнали, будем искать. Если бы как-то можно было бы на какой-то чердак забраться. Только как? Вот что-то у нас написано в письме, но я ни черта не понимаю, что там написано. Может, там пароль? Хм, странно. Непонятно, абсолютно непонятно. Так, давайте пойдем, наверное, заберем тут ключ от сейфа. Не от сейфа, а давайте заберем этот ключ, который мы открыли, что, собственно, шкатулку, где взяли шприцы и
пассатижи и найдем там, наверное, и попробуем ним открыть сейф, ребят, этим ключом-то. Так, здесь мясо у нас. Еще выше на этаж. Вот, вот этот ключ, ребят. Давайте заберем его. Давайте пойдем вверх, он быстрее будет. Так, и пойдем вниз, откроем. Так, здесь у нас что? В туалете. Ничего не появилось, не произошло здесь. Так, 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 так. Попробуем открыть сейф, ребята. А, тут в ящиках что-то, кстати, может быть, ребят. Реально. Да, может что-то быть в ящиках или нет. Так, ну, это я уже не знаю. У нас молоток. Нет, ребятчики, это не тот ключ. Это не тот ключ, который нам нужен. Хм, странно. Так, ну что ж, берем молоток, ребята, и давайте как-то, наверное, будем... Нам нужно вообще где-то попасть, если бы на чердак был бы ход какой-то секретный на чердак. Было бы вообще круто, реально. Так, здесь мы были, да? Да, здесь мы уже смотрели, здесь ничего нету. Так, ребятки, что нам осталось сделать? Нам осталось сделать... Смотрите, мы уже активировали два код-пароля. Нам осталось открыть сейф, потом открыть вот этот замок и открыть еще замок вот этот с кодом. Нужно где-то коды найти. Но где это делать, ребятки, я абсолютно не знаю. Вот, ребята, дверь я не видел. Представляете, как она здесь заперта. Все. Смотрите, наконец-то я нашел выход на верх. Ребят, вы только посмотрите. Ого, здесь стоит быть аккуратным. Смотрите, здесь может провалиться пол. Видите? Так. Эта бабуля училась, наверное, драться. Это что такое? Здесь закрыто. А нет. Хм, прикольно. Это вентиляция, наверное, обычная, да? И мы попадаем на кухню. Или в ванную. Ну, я понял. Отсюда мы попадаем в ванную, наверное. Так, встаем. Так, ребятчики, что делаем дальше? Давайте подойдем. Что у нас в ящике-то? Это спрятаться у нас в ящике. А здесь что у нас-то? Все это мы молотком отваливаем с вами. Вот видите, как хорошо. Вот давайте эту часть тоже. Ну что ж, довольно-таки неплохо, ребят. Так, это что у нас здесь? В колясочке ничего нету. Так, вот у нас есть две шкатулочки. Что у нас здесь? Пусто, 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 пусто. Так, вот у нас дверь есть. Идем в эту дверьку. О, ребятки, закрыто. Представляете? Закрыто. Закрыто. А почему закрыто? Закрыто. О, ребят, все, я понял. Смотрите. Можно доску поставить сюда, чтобы не упасть. Все, ребят. Берем молоток. Вот видите, я же говорил, что она упадет. Так, ваза это просто так здесь стоит. Да, это ваза просто так, чтобы бабулю отвлекать. Так, идем дальше. А, сюда нужно пассатижи, ребят. Нам сюда нужно пассатижи для того, чтобы забрать ключ и отключить это все. Ребятки, инвалидная коляска для бабули. Все, ребятки, сюда нужны пассатижи. Иду за пассатижами вниз. Нас закрыли. Я не понял. Что это? Камера. Ребятки, нас бабуля закрыла.
Что же делать? Как же мы выйдем отсюда, а? Все, ребятки, я, наверное, не сумел пройти. Все. Ребяточки, я, наверное, не сумел пройти, потому что мы... Мы заперли сами себя в камере в этой. Я понял. Для того, чтобы нам отсюда выйти, нам нужно было бы, да. Все, теперь я понял, ребят. Я понял, теперь отсюда нам никак не выйти, потому что двери вон камера, видите, стоит. Камеру мы уничтожили. А, вот, все, ребята, все, мы вытащили. Все, выходи отсюда. Все, отлично. Все, бабуля не думала, что мы выйдем отсюда. Так, ну что ж, ребят, я предлагаю спуститься вниз за... этими, скажите мне, за пассатижами и перерезать провода, ребят. Что мы, собственно, с вами сейчас и сделаем. Так, а где пассатижи-то? Опять потерял, а? А, они у нас внизу, возле гаража. Мы же перерезали, ребятки, сигнализации. Вот они. Так, забираем. И идем наверх. Так, эти колокольчики бабушка тут понаставляла. Некогда мне с ними заморачиваться. Так, это мы молоток здесь выбросили, чтобы мы понимали, где он. Так, то, что может еще и пригодится молоточек. Так, давайте вот так вот аккуратненько пройдем. Опа, 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 опа. Хорошо, молодец. И вот сюда вот мы, собственно, их и применим. Все, отличненько. Забираем ключи. Так, пассатижи наверху, если что. Забираем этот ключ, ребят. И давайте попробуем, наверное, ним открыть сейф. Я, правда, не знаю, что с этого получится. Но у нас больше, наверное, и нету дверей таких, ну, я имею в виду, чтобы мы смогли их открыть без проблем. Так, это либо вот эти, либо вот это, либо сейф. Давайте сначала сейф попробуем. Так, где наш сейф? Ну, вот, собственно, и сейф, ребят. Да, ребятчики, это ключи от сейфа. Отлично, ребят. А вот и ручка для колодца. Все понятно. Спускаемся сюда. Не-не-не, не сюда. Не в эту сторону. Колодец у нас где? Колодец у нас, ребяточки, в гараже. Давайте, чтобы не ползти туда 5 часов, давайте быстренько обойдем вот так вот. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Идем. И вот окошко у нас в гараж. Сейчас мы сразу туда попадем. Это, ребятка, ручка для того, чтобы доставать ведро с колодца. Пошли. Вот, теперь вставляем сюда. Отлично. И крутим. А что же у нас там в колодце, ребят? Ребята, здесь какой-то у нас арбуз или авокадо. Я не знаю, что это такое. Давайте его заберем. И... Ага, вот лимон. Или что это? Мелон. Все, ребятки, давайте положим сюда все. Теперь надо его перерубить нам. Давайте, собственно, с вами это и сделаем. Все, опа, ребятчики, отличненько, синенький ключик отсюда выпал. Это арбуз, ребят. Так, и что же мне нужно открыть этим синеньким ключиком? Мне просто вот интересно. Реально, реально мне, ребят, интересно, потому что... Потому что я хочу реально сбежать с этого дома. Все, ребят, отлично. Осталось нам только одно, ребят. Это достать код на замок. Но вот это я уже не знаю, где он реально. Код на замок. Код на замок — это довольно-таки серьезные вещи. Где же его искать-то, этот код?
Что-то у меня там было, ребята, в подвале. Нет, не в чулане. В подвале у нас там что-то было, по-моему... Давайте выбросим уже этот ключ. В подвале у нас было что-то, по-моему, насчет этого кода. Ну, там какая-то бумажка. Но я так и не понял, что там написано-то на этой бумажке-то. Так, это у нас бабуля страшная здесь. Так. Так, 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 так. Давайте, 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 давайте. Так, давайте потихонечку исследуем всю локацию. Попытаемся найти ту бумажку с кодами. Так, ребят, ну где же его искать реально, да? Так, ну что ж, давайте, собственно, обойдем локацию заново и посмотрим. В каждом закоулочке, в каждом шкафчике. Может, где-то бабуля его... В каком-то из ящиков и спрятала этот код. Я пока еще точно не знаю. Но сейчас мы, я уверен, что мы его все-таки с вами найдем быстренько. А может он у бабули в кармане, ребят? Давайте посмотрим, а? Может бабуля его... Бабуся? Ух, и страшно. Вы только посмотрите на ее зубы, ребята. Какой это страх. Мне просто реально страшно. А, один вид просто стрёмный какой-то, ребят. Реально. Один вид бабушки реально просто... Просто ужасает. Так, ребят, ну что ж, давайте в каждом под картинами будем смотреть. И в каждый шкафчик будем заглядывать, где бабуся могла спрятать этот код. Так, вот тут вот у нас нету его, да? Код лежит, ребяточки, скажу вам, знаете где? Смотря какая версия игры. Так, убегай из этого дома, ребяточки, написано в шкафу у меня. Так, ну что ж, давайте вот, собственно, в каждом шкафу будем искать этот код. В каждом шкафу будем заглядывать, где эти цифры могут быть написаны, ребята. Так, здесь точно нету. И здесь нету, 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 и здесь нету. Так, идем дальше. Давайте сначала верхний этаж обойдем, а потом нижний. Так, здесь лампа. Здесь кодов нету. Здесь кодов нету. Здесь нету кодов, да? Так, ребяточки, здесь кодов нету. Куда же бабуля могла спрятать эти коды, а? Давайте пойдем наверх, посмотрим. Может, она где-то спрятала его, а я его не видел. Вот здесь вот. Тут нету нигде кода. Нету тут нигде. Может, в коляске в этой, ребят? Реально, код запрятала бабуля хорошо. Я с первого раза не смог найти, видите? Так, значит, давайте вот сюда еще придем. Ай, ребята, я разбился! Я разбился, вы вообще представляете, что это такое? Это означает, ребятки, что я... Ребятки, я разбился, это означает, что баг мой, наверное, сейчас сбросится, и бабуля будет просто-напросто за мной ходить. Сейчас будем опять заново попытаться словить баг этот, чтобы пройти все-таки эту игрушку, ребят. Уже давайте домучаем ее до конца. Так, 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 ну что же. Давайте досмотрим рекламу. И Angry Birds 2. Так, хорошо. Angry Birds 2 мы поиграем обязательно в следующий раз. Так, ребятки, день третий. Мы просыпаемся, и бабули нет. Ребята, это означает только одно. Что бабуля сейчас уже придет, ребята, скоро. Что бабуля сейчас уже зайдет. Так, а куда мы? Сюда? Все, уже идет, ребята, бабушка.
Все, ребята. Баг мы словили с первого раза. Отлично. Так. Все, пускай. А, вот она. Что это? Она ловушку поставила для меня, что ли? Посмотрите. Прикольно. Но мы на эту ловушку не попадемся. Ха-ха-ха. Так, ну что ж, ребят, продолжаем искать наш код. Так, это мы заново начали, ребятчики. Этот код может быть в любом шкафу. Так, тут пока нету. А в туалете может быть он? Давайте посмотрим. Нет, в туалете кода точно нету, ребят. В умывальниках тоже нету. Так, на вторых этажах мы с вами были. А, тут все так и осталось, в принципе, как и в прошлом этих. Все, я понял. Так, под картинами кодов нету. Здесь кодов нету. Под тарелками этими кодов нету. Нету. Так, здесь в этом шкафу. Паролей нету? Нету. На кресле нету? Нету, нету, нету. Странно. На кресле на этом нету, нету. Здесь. Вот, ребяточки, отлично! Как я его раньше здесь не видел. Вот он, ребяточки, этот код. Все, собственно, с этим кодом, ребяточки, мы теперь убежим с этого страшного дома и больше никогда не вернемся. Все, ребята, все, я убегаю. Еще нужен ключ какой-то. Где же они, где же эти ключи? Вот, вставляй. Нет, это не тот ключ. Выбрасывай этот ключ. Да выбрось этот ключ, я тебе говорю. Так. А какой же ключ нужен? Вот этот? Все, отлично, ребяточки. Все, ребята, мы убежали от этой злой и нехорошей бабки и прошли игру полностью. Классно. Все, бабуля вышла нас искать, а нас уже и след простыл. Игра закончена, ребятки. Круто. Классно, ребятки. Просто хоррор удался. И мы с вами прошли Гренни полностью. Так, ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал Fun Games. Кому было интересно, дорогие друзья, будем дальше играть в другие игры, проходить и все такое. Пока-пока, ребята.